Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня со Стасом приехали на Алое поле в сквер погулять. Сейчас я вам покажу, где находился у нас раньше органный зал, куда это помещение кому было передано и куда потом переехали из этого помещения. В общем, сейчас все буду рассказывать. Очень интересно будет. Сквер на самом деле очень большой, очень много дорожек различных. Сейчас все обойдем и вам покажем. Здесь работает поливалка. Смотрите, идет разметка. Здесь будут высаживать цветы рисуночком. Смотрите, как работает. Здесь, смотрите, уже начали высаживать рассаду. Очень красивые цветы стоят. Смотрите, какие клевые. Какие некрасивые. Скоро их высадят, и здесь будет красота. Раньше в этом храме находился органный зал. Очень-очень-очень много лет. Потом это здание было передано назад РПЦ. Они здесь какое-то время находились и потом закрыли это здание на реконструкцию, а сами переехали. Сейчас покажу, куда. А вот это здание, раньше здесь находился ночной клуб, причем их там разных было. И мега ночной клуб, и шоколад, и шизгар, и еще как-то назывался. И представляете, поставили крест, завезли туда иконы, кресты и написали вход в храм. Просто переехала церковь в здание бывшего ночного клуба. Вот такое в Челябинске тоже бывает. Так что далеко не переезжать не стали. Буквально вот здесь находится храм. А вот здесь находится ночной клуб, в котором теперь храм. Окончание реконструкции будет в октябре 2022 года, а в мае месяце этого года началась сама реконструкция. Сам сквер достаточно большой. Здесь очень хорошо, что много деревьев, не так жарко, солнышка практически нет. Очень классно, народу много, все гуляют. Стас говорит, что ни разу здесь не был, да? Вот так вот. И живет в Челябинске. Я так Челябинск люблю, ни разу здесь не был. Ну, я был, но там внизу. Ну, там еще наверху есть, то есть там вот такая же площадь, еще больше даже. Еще и наверху. Детские площадки, баскетбольные кольца. Лавочки, красота. Совсем все как-то не изолировано у людей. Народу очень много. Очень красиво, все подстрижено, убрано, аккуратненько все сделано. Классно. Тут какие-то птички странные бегают. Я не знаю, что это за птички. Если сейчас увижу, покажу вам. Здесь на Алом поле находится бюст Ленина. Над ним постоянно вандалы какие-то издеваются, разрисовывают полностью его и вот эту вот всю конструкцию. Вот, и постоянно восстанавливают. Сейчас он выглядит вот так. Вот такой вот у нас сквер на Алом поле. На самом деле он очень большой и очень красивый. Приходите гуляйте, если вы из Челябинска. Анинка, пухший китаец, с утра пораньше. Мы идем на спорт. Стас говорит, меня не снимает. Я плохо, говорит, выгляжу. Дурачок такой. Мы пошли на спортиком. На спортиком. Как это на спортиком, не знаешь? Мы на спортиком пошли. Сегодня кайфово на улице. Пасмурно, но очень жарко, как бы тепло. Скажем так. Надеюсь, что прям жаришки не будет. О, кайф. Я, в общем, пошла пешочком. Станислав Николаевич убежал. Сегодня он бегает у меня. А у нас вкусный обед. Всем приятного аппетита.
сегодня курочка в сливочном соусе. В прямом эфире показывала, как ее готовлю. И здесь рис с овощами. Очень вкусно. А мы приехали на озеро Еловое, Челябинская область, в Чебаркульском районе. Большое озеро, народу очень много. Мы были на том пляже, вот там прям вообще, смотрите, там негде даже сесть. Сейчас ушли в тенечек, в теньке сидим. Класс, вода теплая, чистая, прозрачная, красота. Там какие-то мушечки, смотрите. Прячутся за кустиками, лежат, загорают. Не, прям смотрите, там реально на пляже негде просто на солнышке даже лечь. Очень много народу. Ребят, капец, солнцепёк, жаришка. Мы уже почти закончили, сейчас собираемся, поедем домой. Сейчас мужики у меня накупаются там. Ян ныряет, Стас его охраняет. Вот, и поедем домой. Завтра решили поехать на другое уже озеро. Здесь немножко мутная вода. Вот. А так, в принципе, очень клево. Прям я уже, мне кажется, красная помидорка. Где-то там мужики. Купаются, плавают. Короче, я весь телефон уделала в масле. И у меня все камеры теперь масляные какие-то. Капец. Просто капец. Народу очень много на пляже. Накупались, загорались. Такие... Замучки. Замучки идем все. А, капец. Сейчас еще до машины пилить и пилить. Вытряхиватель 80 уровня. Станислав. Кому надо, обращайтесь, вытряхнет. Все, что захотите. И ковры, и пледы. Дырку в заборе. Первый пошел. Второй пошел. Давай, пошустрей. Ой, упс. Кто-то слишком много ест. А, я застряла, я не могу вылезти. Подождите меня. Шучу. Я грациозная лань. Пролезу в любую дырку. А мы встали на переезде. Ждем поезд. И едем домой. Ехал ровно одну минуту. Представляете, ровно минута прошла. Еще не факт, что ли. Может, еще один поедет. Но мне кажется, не должен. Доброе утро, дорогие друзья. Мы вчера приехали домой уставшие, без задних ног просто. А сегодня у нас погодка уже холодная. Тучки, холодно стало. И, естественно, на озеро мы сегодня уже никуда не едем. Какие у нас планы на сегодня? Я пока не знаю. Пока в планах только позавтракать. Мужики уже поели, а я еще не завтракала. Сейчас Стас с магазина придет. Не знаю, что буду. Что-нибудь, короче, нужно сделать себе на завтрак. Вот.
стройка идет полным ходом, прям активно. У нас здесь вот так вот уже под окнами дорогу вот эту почти доделали, открыли, и вот здесь что-то выравнивают, видите, привозят. То есть будут еще что-то делать интересненькое. Иди ко мне, Киса. Ну, айда, иди сюда, иди. Что за боязнь? Что за боязнь перейти порог балкона? Иди сюда, иди ко мне, иди. Вот она, вот она. Ты моя зайка. Кто-то на балкончик вышел первый раз в жизни, да? Первый раз на балкончике. Все, надо сразу все понюхать. Все понюхать, перенюхать. В общем, старый матрас, который у нас с грыжей Галиной был, мы его вот так разрезали, просто постелили, чтобы без тапочек можно было выходить на балкон. Здесь у нас пока сушилка стоит, там зимнее все. И вот здесь вот вещи, тоже просто их накрыли, чтобы не пылились. Потом будет здесь шкаф, и мы все в шкаф будем складывать. Ты что, ты выйти хочешь? Ну иди выходи, иди домой заходи, иди, иди, все. Дашка преодолела свой страх перейти через порог. Вот такой вот у нас тут видок. У нас, кстати, вот здесь уже забор убрали, тоже сделали дорожку для светофора. Прям клево. Витрина на улице. Скоро вот здесь еще дорогу откроют, чтобы можно будет вот так выезжать за дом. За дом. Вот. Все, скоро все выровняют. Вот здесь красота у нас. Река, лес. А вон там юрбу виднеется, вот это вот здание красивое, это юрбу. А у меня вчера сгорел нос. Ну, я такая этот, вот так поспала, лохматка, Нина лохматая сегодня у нас. Вот. В общем, какие у меня планы? Я хочу записаться на маникюр, сейчас буду всех обзванивать, съезжу, сделаю себе накатулечки. Ну, а полный сегодняшний день смотрите в следующем видео, на этом я буду с вами прощаться, всем пока-пока. Всех люблю, всех целую. Вы у меня самые лучшие, помните об этом. И да, по утрам я выгляжу вот так. И мне даже очень нравится.